Мир вам, благословенные друзья мои! Шалом! Благодать вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа! Александр Сергеевич заглянул на Медни, загадочно улыбнулся, прошептал: «Унылая пора, очей очарования! Приятна мне твоя прощальная краса! Люблю я пышное природы увядания, в багрец и золото одетые леса!» И исчез, а я замер в изумлении. Каков взгляд! В унылой тоске, беспросветного холода и тьмы осенней, разглядеть нечто великое, прекрасное, такое неописуемое явление, которое очаровывает взгляд, захватывает воображение, душу наполняет восторгом. Это не каждому дано. И мысль возникла. Ведь таков Христос, сияющий любовью во мраке осени человеческой цивилизации. Прощание всегда навевает тоску и грусть. Безнадежность и отчаяние – неизменный спутник каждого жителя планеты, который не увидел за горизонтом временной обители сияющего небесного мира любви. Иначе видит процесс осени земной юдоли человек, обретший право называться и быть чадом Божьим. Прощание с озлобленным миром, где ложь и ненависть господствуют, где смерть поражает виноватых и правых младенцев и стариков и не щадит никого – прощание с гнусной мрачной системой, пораженной грехом земли, такое прощание приобретает некую красоту, ибо за мрачной пеленой смерти уже сияет немеркнущий свет вечного блаженства, свет небесного дома Отца, и преображается мир, и небо улыбается, и оживает пространство. Картина жизни захватывает дух, сердце наполняется благоговейным восторгом, возникает неведомое ранее чувство благодарности Творцу. Друзья мои, возможно, осень жизни уже постучалась к вам. Возможно, боль умирания сковывает ваш дух. Возможно, гнет насилия ближних давит вам грудь, и уныние стало неизменным спутником жизни. Мечты растаяли, огонь в груди угас, краски исчезли, все серость, тьма, пустота. Откройте очи сердца, взгляните в небо, оно рядом. Видите, Христос стоит у вашего изголовья, улыбается, протягивает вам свои руки. Слышите, Он предлагает вам жизнь, настоящую, вечную жизнь в любви. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.